Ребята, всем привет! С вами Мнемонте. Сейчас уже заканчивается декабрь месяц. На носу у нас Новый год. И все в интернете хищи, что нужно приготовить. Я хочу с вами поделиться сегодня рецептом салата. Вот в рецептом салата входят ингредиенты. Все нарезано у меня соломочкой. Здесь у меня находится отварной язык. Находится, или можно говядину. Здесь у меня находится обжаренная курица в соевом соусе, филе. Здесь находятся соленые и свежие огурцы. Здесь находится у меня яйцо. Здесь перец, сыр, ветчина и зеленый салат. Можно китайскую капусту. Заправляется обычным майонезом. И украшается соломкой нарезанные чипсы. Оливки, масло. Для салата все мы делаем в одинаковой пропорции, по 50 грамм. Поехали? Поехали. Курица, язычок. Забросали. Свежие соленые огурцы. Яйца. Перчик. Сыр. Ветчина. Видно, да, что все у меня нарезано соломочкой. Листья салата. Заправляем майонезом. Рецепт салата находится здесь. Майонез мы поставили. Сейчас аккуратно перемешиваем. Вот я перемешал все. И накладываем на тарелочку. Украшаем. Украшаем чипсами. Делаем, видите, такую горочку у нас. И это все мы рисуем майонезом. Можно нарисовать цветочек. Кому какая фантазия. Проблемы нет. И это блюдо мы украшаем оливковыми маслинами. Вот так. И самое главное, мы сейчас попробуем этот салат. Всем желаю приятного аппетита. И мне в том числе. Вкусно. Очень. Попробуйте и вы. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и смотрите мои истории. До новых встреч, ребята!